сорт острого перца Brazilian Hot Pepper Brown. Бразильский призрачный коричневый перец. Этот перец относится к виду Capsicum chinensis. Это сверхострый сорт перца с остротой от 1 000 000 до 1 430 000 скобелей. Это сверх-сверх высокоурожайный, ребята. Вообще бомбезный перец. Смотрите, какой. Какой красавец. Коричневого цвета. Вот он созревает от зеленого и до такого вот темно-темно-коричневого, почти шоколадного цвета. Срок созревания этого перца от 100 до 120 дней. Высота куста может достигать от 70 до 90 сантиметров. Вот такой красивый перец, ребята. Вкус у этого перца орехово-фруктовый, насыщенный. Вот ему немножко здесь у меня досталось от заморозков. Листья посворачивались. А так перец, видите, он как практически весь вызрел. Этот сорт высокоурожайный. Если будете выращивать у себя на подоконнике, высота будет где-то в пределах 50 сантиметров, не больше. А так в открытом грунте высота, я говорил, от 70 до 90 сантиметров. Этот перчик был выведен при скрещивании Пуджалокии и Симподула. Вот такой красавец. Так что я советую вам, ребята, выращивать такой перец у себя дома. Это сверх-сверх острый перец. Просто бесподобный. Высокоурожайный, неприхотливый. Смотрите, сколько перца у него. Сейчас поубираем листья. С той стороны, смотрите, навязалось сколько. Куст тяжелый, не выдержал и рухнул. Они практически все так лежат. Если вам понравился этот сорт, ребята, вы можете заказать его у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.